Заново. Юрий, а вы нашли свою любовь? Нет, Диана, не нашел. Юрий, а вы нашли свою любовь? Нет. Пойдет. На канале Диана Анкудинова Лайф вышло просто удивительное видео. В такой роли мы Диану еще не видели, в роли интервьюера. Все дело в том, что, находясь на гастролях в Краснодаре, Диана взяла интервью у Юрия Пикулы, многократного участника шоу «Давай поженимся», «Минута славы», «Камеди Баттл» и других не менее интересных проектов. Интервью прошло в непринужденной дружеской обстановке в гримерке артистки. Давайте посмотрим, как это было. Интервью с ним записать. Давайте запишем. Ребята, у нас рубрика «Интервью берет Диана». Действительно что-то новенькое. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях тот самый легендарный человек. Его зовут Юрий Пикула. Я участник и финалист шоу «Минута славы» на Первом канале, финалист проекта «Камеди Баттл» на телеканале ТНТ, участник проекта «Русские не смеются» на телеканале СТС и многих других телепроектов на российском телевидении. Ну и, конечно, мы все помним эту роль, которую забыть очень сложно. Какую, Юрий? Роль жениха в телепроекте «Давай поженимся» с этой коронной фразой «А вот и я! Не ждали!» «А вот и я! Не ждали!» И я снова вернулся к вам, и моя судьба в ваших руках! Да, предельно эмоционально. И сегодня мы встретились с Дианой. У меня там есть несколько вопросов. Это образ. Мы в Краснодаре. Мы в Краснодаре, да. Так, смотрите, и первый вопрос. В том самом шоу «Давай поженимся» вы нашли свою любовь? Вы знаете, я долгое время искал эту любовь свою на протяжении многих лет, но эту любовь я так и не нашел. И мне этот вопрос задала, кстати, Лариса Гузеева. Она спросила: Юрий, почему вы долгое время участвуете и так и не нашли на протяжении всех этих телепроектов, я там был 4 раза, так и не нашел свою любовь на этом телепроекте? Нет. Нет, потому что это шоу. По жизни есть у меня девушка, я с ней живу. Нашли. Да, но нашел, да. И как она с ума? Она с ума сходит от меня. Сумбурно эмоционально, но в жизни я совершенно немножко позитивный, но не до такой степени. На телевидении это образ, я... Ага. Да, в образе. В общем, мы сегодня спалили Юрия Пикулу, поэтому, друзья... Ну, вы нашли девушку, но ее не любите, это не любовь? Это несерьезное отношение, скажу честно, для всех, для вас, для вашего интервью. У меня был брак, у меня есть прекрасная дочь, ей 20 лет, она студентка 2 курса, учится, прекрасно себя ведет, а у меня в жизни сейчас пока вот так складывается. Стоп, ребята, кадр не удался, я быстро. Ничего. Давайте заново. Юрий, а вы нашли свою любовь? Нет, Диана, не нашел. Юрий, а вы нашли свою любовь? Нет. Пойдет. Какой позитивный. Нам надо интервью. Какой позитивный мужчина, однако. В общем, вот такое интересное видео. Надеюсь, оно пришлось вам по душе. И я думаю, оно точно поднимет вам настроение. Ссылку на оригинальный контент я оставлю в описании. Ну а Юрию мы, конечно, пожелаем найти свою любовь. И не обязательно в каком-то телепроекте, просто найти свою любовь. А вам, друзья, счастья и спасибо, что были сегодня со мной на канале Горинов Лайф. Всем приятных выходных. Берегите себя, это главное, и увидимся.